Напомним, прошлым летом критическая ситуация сложилась в Бичуре. Река вышла из берегов и затопила несколько улиц. Тогда в районе ввели режим повышенной готовности. После подтопления 64 семьи получили выплаты из резервного фонда и фонда непредвиденных расходов. Но деньги получили не все, говорит глава района. Учитывая создавшуюся сложную ситуацию и возможность изыскания иных источников финансирования, просим вас оказать дополнительную финансовую помощь муниципальному образованию Бичурский район из резервного фонда правительства Республики Бурятия в размере 130 тысяч рублей на оказание 13 гражданам единовременной материальной помощи. Власти республики заверили, что средства жителям будут выделены. Здесь вопросов никаких не должно быть. Люди доказывают свое право на получение материальной помощи. Помощь, конечно же, какая установлена законодательством, мы выше не можем. Понимаем, что это недостаточно. Тем не менее, выше 10 тысяч мы не можем оказать. Там, если 50 и 100, частичная утрата, 100 – полная утрата. Здесь люди просто пострадали, вода была на участке. В любом случае, ущерб какой-то нанесен. Прошлым летом в районе предотвратили размыв дамбы. В этом году такого подъема уровня воды в реке Бичура не ожидают. Мария Латышева, новости дня.